Этот невероятно милый зверь может стать для человека домашним любимцем. Капибара считается самым большим грызуном и внешне похож на морскую свинку. Взрослый зверек весит около 60 кг. Это безобидное существо обитает в Южной и Центральной Америке, вблизи водоемов, где много зеленой растительности. Человек недавно взялся за одомашнивание этих зверьков. Лучше всего заводить капибару владельцев собственных домов и участков, где она вдоволь может набегаться. Капибара очень любит воду, притом ему обязательно нужна возможность понырять и поплавать. Для этого желательно оборудовать территорию прудом, окружить его камнями и растительностью. Хорошо, если получится устроить такие условия внутри помещения, где круглосуточно тепло. В дикой природе капибары не строят норок, а живут прямо на берегу водоемов, поэтому им не нужны ни конура, ни домики. Это травоядные животные, так что подойдут любые фрукты и овощи, обязательно сено и свежая трава. Как и любому другому грызуну, капибаре нужно стачивать зубы, поэтому необходимы толстые ветки или минеральные камни. Свежая чистая вода также должна быть в миске и на виду. Капибара – добродушный и общительный зверь. С другими домашними животными капибара способна ужиться, и будет даже лучше, если он не будет единственным питомцем. Поскольку это стадный зверь, ему необходимо много общения с человеком, а также другими четвероногими. Они будут играть с ними и спать вместе. Капибара сможет выучить несложные команды и будет откликаться на свое имя. Желательно много времени проводить с питомцем. Спасибо всем за просмотр ролика до конца, надеюсь, вам понравилось видео.